Спасибо за нашу студию. Вы, к сожалению, не такой частый гость в Латвии, все больше в Европе. Работа и должность обязывает. И вот вопросы у меня будут такие, как у латвийца, человека, который имеет возможность посмотреть на нашу страну, на то, что происходит в ней, на то, что происходит с нами в нашей стране, со стороны. Скажите, как Латвия выглядит из Европы? В двух словах сразу не ответишь. На самом деле, речь идет о каких-то конкретных вещах, как мы где выглядим. Латвия, к примеру, была на первых полосах, когда вот начался этот экономический кризис, нам срочно понадобился займ. Да. Вот тогда действительно мы были так впереди Европы всей. Как долго писали? Как долго мы держались на первых полосах? Ну, знаете, так... где-то в районе... Я бы не сказал, что это очень долго было, но в районе месяца ситуацию в Латвии обсуждали, так скажем, на бытовом уровне. Сейчас это больше такой профессиональный уровень. То есть мы обсуждаем то, как вообще схожие ситуации, что делать в схожих ситуациях. Потому что Латвия была таким своеобразным пилотным примером. Перед Латвией были еще, допустим, Венгрия, после Латвии Румыния. Сейчас вот в Греции экономические сложности. И Европейский Союз, институции Европейского Союза пытаются принять во внимание то, что происходило в Латвии, условиях, и вот руководствуясь этим, уже решать проблемы, которые возникают в других странах. Что касается других каких-то вещей, то, честно надо сказать, мы находимся на периферии европейской политики, потому что наш удельный вес там, в тех органах, которые принимают решения, не так велик. Ну, он такой, какой он есть. И, наверное, сложно увеличить этот вес. Или все-таки могут появиться просто вот значимые фигуры латвийских политиков, которые могут реализоваться на европейском уровне? Но речь даже, я бы сказал, не в фигурах. Речь о том, что если мы хотим как-то более... больше влиять на то, что происходит в европейской политике, нам нужно думать не о фигурах, а о том, чтобы брать какие-то темы, на которых мы специализируемся, и вносить их в повестку дня самостоятельно, вносить их активно. К сожалению, до сих пор на ум приходят такие достаточно сомнительные примеры, когда, допустим, Латвия выдвигает такие приоритеты, которые другие государства не особенно поддерживают. Ну, допустим, яркий пример в этой связи – это наши действия в Совете по поводу приравнивания вот этих преступлений сталинизма к преступлениям нацизма. Ну, вроде бы, с одной стороны, есть определенное понимание в Европе, что да, есть разные тоталитарные режимы, которые поступали очень плохо, но с другой стороны, насколько целесообразно вот кучу сил вкладывать в такие вещи, когда мы знаем, что очень многие государства категорически с этим не согласятся? Ну, наверное, нет. Наверное, стоило бы выбрать какие-то темы, которые, где действительно мы могли найти поддержку, поднять их первыми и показать, что Латвия не лыком шита, что мы можем как-то делать европейскую политику. Ну, а есть ли какой-то такой удачный пример, может быть, когда Латвия и латвийские политики там, ну, не на 10 баллов засверкали, но хотя бы на твердую семерочку, когда мы не только своим кризисом прославились, но и какими-то добрыми делами, мудрыми. Мудрыми делами. Но если мы говорим о таком техническом достаточно уровне, то некоторые латвийские парламентарии действительно в Европейском парламенте, особенно прошлого созыва, да, потому что в новом созыве еще сложно говорить о каких-то конкретных делах, вели себя как хорошие профессионалы, которым давали доклады действительно достаточно важные для Европейского Союза. Вот, так что, например, там Штанок, например, Домбровскис, там были довольно значительные доклады по недискриминации, в Европейском Союзе, по бюджету Европейского Союза. Но это работа, которая, к сожалению, у парламента полномочия довольно ограничены. То есть мы не можем внести что-то совершенно новое в повестку дня. Во многом нужно содействие со стороны Совета Европейского Союза, куда приезжают латвийские министры. А латвийское правительство, у меня такое впечатление, каждый раз перманентно находится в таком кризисе, когда нужно решать много-много-много таких ежедневных проблем, и мы не задумываемся о том, куда бы мы хотели бы двигать Европейский Союз. Последний вопрос. Вот европейцы, европейский обыватель, скажем так, насколько он воспринимает Латвию как
страну туризмом. У нас тратятся деньги сейчас на то, чтобы привлечь, по крайней мере, в Ригу, в столицу, не только российских туристов, которые исправно, в общем-то, ездят, как ездили, так и ездят. Но вот была рекламная кампания, которая рассчитана была больше на западных туристов. К нам хотят ехать, хотя бы посмотреть, а что же сделал здесь кризис? Или к нам хотят, у нас знают больше как страну, где когда-то там был, как хоккейную державу, где был чемпионат мира по хоккею, или нас знают как страну секс-туризма. Это... Как к нам? Хотят ли ехать? И как нас воспринимают? Зависит от конкретного государства, от конкретного человека, на самом деле. Потому что в Великобритании, ну да, у Латвии есть определенная такая слава страны интимных услуг. Но это в основном, конечно, среди того сектора населения, который мог прибыть в Латвию рейсами Ryanair, к примеру. Вот такие вот ребята, которые где-нибудь работают менеджерами среднего звена или где-нибудь в лучшем случае, или на заводе, там, в Манчестере, в Ливерпуле, у них какие-то денежки есть, они купили билет на самолет, прилетели, там, погуляли на славу, вернулись обратно, ничего не помнят из того, что в Латвии было. Если мы говорим о каких-то вот других социальных группах, ну, мои личные наблюдения из Бельгии, к примеру, в основном те люди, которые когда-либо бывали в балтийских странах, это люди, так скажем, которые объездили всю Европу, у которых есть определенный такой интеллектуальный багаж, им интересно посмотреть вот на это культурное разнообразие в Европе. А даже в Бельгии сложно говорить о какой-то заинтересованности хоккеем, это больше, ну, интерес такой разницы там национальных культур. Но тут, что следовало бы подчеркнуть, наверное, разрабатывая политику туризма, надо принимать во внимание, что конкретно в Латвии вот турист вряд ли поедет. Тут нужно принимать во внимание Эстонию и Литву, потому что, будем честны, все эти три страны принимаются таким пакетом, что стоит поехать на несколько дней и посетить все три страны. Поэтому, наверное, здесь я бы посоветовал тем, кто занимается у нас политикой в области туризма, может быть, даже консолидироваться. Да, и кооперироваться, безусловно, и показывать вот эти вот балтийские страны как единую такую туристическую цель. Слабо верится, что это получится в ближайшее время. У нас конкуренция очень большая, безусловно. Иногда бывает так, что легче все-таки объединиться, чем конкурировать. Но до этого дорасти еще нужно. Спасибо. На этом пока все. Следующий выпуск новостей в 9 часов утра.